Нарьян-Марцы снова увидят главного Деда Мороза России. Из Великоустюга он приедет 20 декабря. В этот день на главной площади города Марат-Сей пройдет конкурс-фестиваль «Дед Мороз Заполярье». В программе красочного праздника парад главных волшебников страны. Главный Дед Мороз страны из Великоустюга приедет специально, чтобы с наступающим Новым годом поздравить всех жителей субъекта. Для маленьких гостей фестиваля запланирована игровая программа, конкурсы и хороводы. После этого на площади Марат-Сей состоится торжественное зажжение главной елки Нарьян-Мара. Дед Мороз уже написал письмо в туристический центр с просьбой разместить в нем свою резиденцию. Там он планирует принимать гостей и знакомиться с Ненецким округом. Мы его познакомим с тем, что как у нас живут люди, как обязательно познакомим с тем, как живут у нас оленеводы, чтобы он это все увидел, чтобы больше внимания на них обращал. И мы надеемся, что люди тоже отвернутся, приедут для того, чтобы с ним повстречаться, для того, чтобы дедушка был счастлив, потому что чем больше людей, тем больше радости у Деда Мороза, тем больше будет радости в Новом году.